Фарш двух видов рыб, немножко сухарей, немного лука, немного чеснока, черный перец, паприка, рыбная приправа. Добавляем одно яйцо. Все это перемешиваем тщательно, не торопясь. Оставляем ненадолго. В это время режем мелко лук, чистим морковку. Потом пассируем наш лук с морковкой. Добавляем туда томатную пасту, например, или томатный соус, по желанию. Накрываем крышкой, немножко подтушиваем. Делаем из этого подушку в стеклянный противень. Накладываем туда наши рыбные тефтельки. 190 градусов в духовочку 45 минут. Получается вот такая красота, очень вкусная. Приятного!